Ловили, ловили и зловили. Сегодня у Гомеля прошел областный фестиваль по зимовой рыбной ловле. Разом с его удельниками на лед вышли и наши корреспонденты. Фестиваль по зимовой рыбной ловли на Гомельщине проводится штогод, але при одной обовязковой умове – наявности льду на водоемах. У минулым годе, например, за теплой зимы его пришлось отменить, как и областный чемпионат. Все лето отрымалось реализовать все планы. Дарыша, отрознение этих споборництв у тым, что принять удел у фестиваля может каждый жадающий. Обмежевания у нас шмат, але они и снуют. Ловить можно не каждую рыбу и у обмежеванной законодавством колькости. В рыболовных угодьях, в общем, Гомельской области продолжает действует запрет на добычу сома. До конца марта он установлен. И с 1 марта по 15 апреля устанавливается запрет на лов щуки. Правила рыболовства у нас для проведения соревнований тоже не регламентируют. Общая норма 5 килограмм действует как для при любительском рыболовстве, так и на спортивном. У этом годе для проведения фестивалю выбрали водоем, які гомельчане называют протокой Волотова. По словам удельников, умовы вельми комфортные. И воды по снегам нема, и толщиня льду безпечная для зимовой рыбалки. Правда, кажут, сегодня рыба берется дренно. И аж с первых хвилин стало зрозумело. Дозволенные законом 5 килограммов на урать тех, кто зловит. Хоть с другого боку не все пришли выключно за призом пераможцы. На льде находятся несколько семей с детьми, которые отрымливают задовольнение от самого процесса ловли. Мне нравится ходить на рыбалку. Ну, с папой мы всегда ходим. На соревнования я уже 7-й раз хожу. И на фестивале. Вот все получалось мне вылавливать, это где-то 8 рыб. Это очень завораживает, когда ты видишь, что у тебя получается, когда там одну рыбку словил. Это такое, у тебя гордость какая-то просыпается. Ну, хоть это и мелочь, но это никогда не надоедает. Непосредственно на рыбалку на фестивале отводится 3 годины. Потом подведение выников и узнагороживание пераможцев. Правда, для организаторов мероприемства, областной структуры Белорусского товариства паляуничих и рыболовов, головные зусім не лишбовые показчики. Фестиваль – это, перш за все, пропаганда здорового ладу життя и выхование бережливых относин до природы. В первую очередь мы позиционируем, конечно, активный образ жизни. Значит, очень отрадно, что в этих мероприятиях принимают юные наши участники, юные рыболовые охотники. Мы эту работу позиционируем и в средних учебных заведениях. Вместе с тем я хочу сказать, вот те акции, которые мы проводим, «Чистый водоем», который будем проводить опять же в ближайшее время, показывают на более высокую сознательность наших граждан по поводу наведения порядка на прилегающих к водным водоемам территориям. Стараются не оставлять за собой мусор. И я хочу сказать, что это очень отрадно для нашей Республики Беларусь. Не зря ее называют Беларусь синеокая. Олег Сенцюров, Александр Лупиненко, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».